Итак, максимум комфорта и удовольствия сегодня вместе с МакТранс, что на проселочной 30, вместе с настоящим американским грузовиком Volvo 670. Ну и давайте сегодня поговорим о преимуществах. Ну, преимущества работы с фирмой МакТранс, они более очевидны, потому как машина выбирается в Америке специально для вас. Город Магнитогорск, ну, не самый большой, и это промышленная деревня. И в этой промышленной деревне, собственно говоря, ну, терять лицо тоже не есть хорошо. И поэтому МакТранс даже в Петербурге выбирает самые лучшие агрегаты, которые приезжают сюда. И вот один из таких наиболее интересных агрегатов на сегодняшний день – белый крейсер под маркой «Самца». Это Volvo. С пробегом 664 тысячи километров. И с замечательным двигателем Cummins 15 литров объемом. Ну, 6 горшков, знаете ли. Я вам сегодня хочу показать подкапотное пространство этого вольвешника. Так вот, мы специально двигатель не глушили, вы можете посмотреть, вискомотор работает, все ремни крутятся. И, а теперь самое интересное, 14 литров, да? Как-то нам показывали эталон автомобильных двигателей от фирмы BMW. Так вот, сбалансированность этих дизелей меня более чем удивила. И я специально положил руку на крышку 24-клапанного двигателя, да-да. Так вот, никакой детонации и практически полное отсутствие вибрации. Ну, плюс ко всему, если вы уж такой продвинутый человек, вы можете специализированными присадками отработать этот автомобиль, ну, точнее, двигатель, и вы будете кататься и еще 6 миллионов 640 тысяч километров, без вопросов. Теперь небольшие рекомендации непосредственно, ну, водители постоянно смотрят, то есть им рекомендации особо не нужны, хотя небольшая ремарочка все-таки будет, это условия работы с коробкой. Вы нажимаете сцепление только при начале движения, потом, ну, буквально сзади научитесь, нет проблем, и едете дальше. Теперь рекомендации для руководителей. Да, наконец-таки, и вы тоже начали понимать, что автомобиль, который предназначен ввозить спокойно 40 тонн груза, 20 тонн везет легко по всем перевалам, при этом расходы вот этот данный агрегат скушал во время путешествия с Петербурга до Магнитогорска 33 литра на 100 километров солярки. Да, нормально? КамАЗ кушает до 50. И вы приобрели себе такой автомобиль, ну, и забыли про все проблемы. Особенно вы об этом забудете, если посадите за руль, ну, двух настоящих драйверов, которые не являются юзерами и тем более не являются факерами-хакерами. То есть они относятся к автомобилю с должным вниманием. И, соответственно, вы забыли про все проблемы. Ну, даже если какие-то возникли, это приезжайте в МакТранс на проселочную 30, благодаря мне. Кто себя не похвалит. Мы залезли на сайтик, договорились с фирмой Volvo напрямую с Америки, между прочим, никого там дилера не подключали. Все, заказали аппаратуру, вся диагностика здесь есть. Настраивать вы можете автомобиль сделать чуть более мускулистым или чуть более экономным, нет проблем. И все, запчасти то же самое. И теперь и еще о преимуществах американских тягачей. Это их относительная нержавеемость. Потому как половина запчастей кузова сделана из композитных материалов. И при этом они очень-очень прочные. То есть, ну, вот эти сквозные раны на этом автомобиле вообще не появятся никогда. Что еще мне хотелось бы сказать? Ну, давайте поговорим о цене вопроса. Цена вопроса 1 миллион 870 тысяч рублей. Для автомобиля, который оборудован гидроусилителем, полным комфортабельным салоном, в том числе два спальных места, автономная система запуска вентиляции и кондиционирования, а также двигателя. А, и еще об снеге. Вот кнопочку можно нажать и включаем блокировочку. То есть на перевалах при разумно выбранной скорости обгона, ну и движения, соответственно, вам проблем не будет никаких. Машина заводится всегда. И что бы я хотел в заключение сказать? Да побольше таких автомобилей. Volvo, Freightliner, Кенвордов, Интернешнл, да любых, американских. Потому как эстетически они смотрятся прекрасно. Ездят они великолепно.
Никакого геморроя и приколов там, ну, на вашу там очаровательную попку они вам не принесут. А что еще? И без сомнения, эти автомобили проходят под все лизинговые программы, так что особо напрягаться вам не надо. Страхуйте автомобили, обращайтесь к квалифицированным специалистам, приезжайте на проселочную 30, выбирайте, ездите, зарабатывайте деньги и приумножайте богатство России. Ну и наш в том числе.